Всем привет! Сегодня я вам покажу пару примеров, как можно оформить вот такой деревянный ящичек. Первый вариант — это для детей подарок, например. Берем вот этот ящик. Ссылка на группу есть у меня в описании, либо вот еще. Это тут я заказываю ящички. Берем, допустим, такой ящик. Подарок для ребенка, например, детская игрушка мягкая. Садите, как вам нужно. Так. И берем еще пару заготовочек. Символ года у нас будет собачек сейчас в этом 18-м году. И приклеиваете собачек, допустим, вот так. Вот ваш ящичек готов. Замечательный подарок. И второй вариант, более такой трудоемкий, время затратный. Это все убираем. Для начала грунтуем весь этот ящичек. У меня вот есть такая акриловая грунтовка глубокого проникновения. Берем кисточку, берем ящик. Желательно кисточку пошире, побольше, чтобы вам быстрее прогрунтовать. И грунтуем. Так, мы все прогрунтовали. Грунтовка у нас высохла. Теперь берем белую акриловую краску и покрываем все белой краской. Для чего нам нужен был слой грунтовки? Для того, чтобы краска ложилась лучше. Вот такими мазками накладываем краску. И экономия краски у нас будет в таком случае. У кого нет такой грунтовки, можно просто красочкой белой лишний слой покрыть. Можете водоэмульсионкой красить, белой водоэмульсионной краской. Тоже как вариант. Так, покрываем. Итак, смотрите, в белый цвет мы покрасили ящичек со всех сторон, изнутри тоже. Теперь для того, чтобы декорировать дальше, мы берем краску белую, и мне нужно еще коричневой. Я взяла два оттенка. Вот такой оттенок и такой оттеночек. Можно просто взять один оттенок и белую краску. Капнули куда-нибудь в любую посудину, можно в одноразовой тарелочке. И берем с белым цветом, смешиваем. Вот так мазками делаем. И наносим на коробочку, на нашу. И такими прямыми линиями мы ее покрываем. Немного побольше белого надо. Сейчас добавим. Итак, всю коробочку покрываем. Итак, смотрите, что у нас получается. Сейчас я уберу вспышку. Нет, не получается. Так, продолжаем дальше. Итак, вот такой подарок у нас получился, подарочный ящик. Сейчас я вам покажу его отдельно. Можно бутылку вина отдельно подарить, без цветов, кому как. Вот он наш ящик. Покажу сейчас со всех сторон.
Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Заказать такой подарок вы можете по такой ссылочке. Всем спасибо за просмотр. До свидания.